привет! С вами Fashion Concert, я Анастасия Шукшина и Сергей Серегин. И сегодня мы находимся на грандиозном мероприятии Estate Fashion Week. Посмотрим, чем удивят наши дизайнеры. Не переключайтесь! И у нас есть к нему несколько вопросов. Павел, расскажите, пожалуйста, почему вы решили принять участие вот в данном мероприятии, в данной неделе моды? Ну, меня сюда пригласили, я видел, какие здесь уважаемые люди. Вот, тем более, рядом сижу с Оксаной Федоровой. Это кумир моей внучки. Она ее все время рисовала в короне. Время, да. Поэтому, в общем, она меня просветила, как надо относиться к показам. Я сначала не понимал, но уже, в общем, начал понимать под влиянием такого профи. А скажите, а вот в основном моду можно разделить по некоторым эпохам и выделить некоторые стилистические мотивы. А какая эпоха близка вам? Ну, мне близка, как я родился по знакам рака, мне близка все-таки стиль ретро. И вот, вот то, что есть здесь винтаж, допустим, вот это очень хорошо, когда элементы, которые были когда-то востребованы, они сидят очень красивые, это реальное, в общем-то, украшение для женщин, то это, в общем, оно импонирует очень. А вот все эти новомодные не сразу принимаю, как правило, вот люди под моим знаком рожденные, они такие же осторожные в выборе тенденций, в том числе и модных, и они меня в этом плане могут поддержать. Расскажите, пожалуйста, что бы вы могли сказать об организации данного мероприятия? Все ли получилось? Были ли сложные моменты? И вообще, в чем сложность? Вы знаете, это 11-й показ, и могу сказать, что каждым разом, конечно, у нас прибавляется и опыта, и уверенности, что мы делаем все хорошо. И, конечно, наши почитатели поддерживают своим приходом к нам. И мы чувствуем в их глазах, что в самом деле, когда есть искорка, это говорит о том, что мы все делаем правильно. В самом деле ничего сложного нет. Здесь больше, конечно, центр тяжести перемещается в сторону дизайнеров. И надо, чтобы они больше работали над коллекциями. Когда есть хорошая коллекция и находятся хорошие модели, то с остальное в плане организации все идет на автомате. Поздравления, коллекция была просто шикарная. Спасибо большое. Вы принесли свет на Estate Fashion Week. Расскажите, как и за сколько была создана такая потрясающая коллекция, такая воздушная? Вы знаете, коллекция готовилась на самом деле очень долго, можно сказать, даже месяцев 7, наверное, потому что тщательно подбирали, в каждое платье вкладывали свою душу. Такая коллекция называется Little One Soul, то есть... Если посмотреть вот любое изделие, там на почти каждом изделии вручную вышивали цветы, вырезали вот какие-то штуки там, то есть все делалось вручную в основном там, поэтому в каждое платье вложена душа. Расскажите, как пришла идея вот создать такую супер коллекцию, такой драйв показать на... Да. Коллекция идей пришла просто в потоке мыслей. Мы съездили на итальянское шоу нашего партнера в Италию. Просто посмотрели, вдохновились, приехали, решили объединиться и создать что-то свое, интерпретировать это на русский рынок и подумать о том, что реально будет востребовано, что будет популяризировано нынешней молодежью. Нам это очень понравилось, мы решили создать несколько луков. Нашему окружению это понравилось, мы вдохновились и пошли творить дальше.
Здравствуйте, расскажите, как вам эта коллекция? Ну, в которой я сейчас одета, ну, конечно, она мне очень нравится. Я бы в жизни никогда не надела то, что мне не нравится. То есть, в принципе, в жизни вы бы стали носить такие красивые платья? Да, я даже больше скажу, что это платье шилось специально под меня, да, вот, по моим меркам. Поэтому после показа я его оставлю себе и буду в нем ходить. Вы стали просто супер украшением, настоящей жемчужиной сегодняшнего вечера. Расскажите, как было принято решение участвовать в Estet Fashion Week? Ну, во-первых, спасибо вам за слова, теплые, прекрасные. А во-вторых, ну, какое событие ювелирного дома без главных бриллиантов? Вот говорят, что настоящие эмоции можно проявить... вот в песне вокально. Не могли бы вы проявить, вот как вы сейчас проявили на сцене, вот прямо сейчас, что вы испытываете? Вот, буквально каким-нибудь куплетом или просто... Спеть? Да, да. Глядя на все это великолепие... Конечно. Глядя на все то, что окружает меня, я не могу не спеть эти строчки. Рано или поздно, но ты будешь мой, и ты будешь мой, и ты будешь мой, и ты будешь мой, а ты уже мой. Вот как-то так. Вот и подошел очередной день Estet Fashion Week. С вами были Сергей Серегин и Анастасия Шукшина. Оставайтесь с нами, с Fashion Concert. Мы вас любим. Будьте в тренде. Пока.